колебались между друзьями. Лучше не привлекать их внимание. Мы его уже... Опа-на. Ну, если мы отойдем. Коровку кушали, да? Ай-яй-яй-яй. Бедная коровка. Я вас раскрывать не буду. О, спасатели, наконец-то. Мне не поможете, но тут есть выжившие. Не скажу, чтобы сильно торопились. Это еще не спасатель. Я скорее авангард. Да что такое? По моим прикидкам, уже куча времени прошло, а ни тревоги, ни армии. А вы видели, как все начиналось? Можете описать? Не хотел бы, но могу. Машины не сразу напали. Они сначала разбрелись, чтобы ударить в один миг. Я еще сразу заподозрил, когда роботы-лаборанты вошли в кабинеты и стали за спинами сотрудников. Большинство умерли прямо там, где работали. Жутко было даже не то, как они всех убивать начали, а как они медленно разбредались и шли к людям. Словно на физкультуре, когда говорят разбиться на пары. Давно вы погибли? Не помню, но я жил дольше многих. Ко мне в помещение машины войти не могли. Доступа не было. Началась стрельба. Шланги полезли отовсюду. Большинство убили в первые секунды. Очень быстро. Они либо пробивали головы, либо ломали шеи. Словно бутылки газировки открывали. Мы бросились бежать, когда лаборант Афанасьева схватил. Солдаты рядом были. Хотели остановить, а тот только удивиться успел. Я в тот момент всякий страх потерял и бросился на робота этого. Очнулся уже мертвый. Мне жаль, но мы с этими уродами разберемся. Долг зовет. Давайте не сейчас. Так. Долг зовет, куда нам идти на... Точно не сюда. Сюда, что? Это что вообще за место? Холодный цех. Тут решается проблема существования организмов в условиях безвоздушного пространства. Как озеленить Луну, что ли? В том числе. Спектр исследования самый широкий. От примитивных одноклеточных растительных форм до сельскохозяйственных и прочих животных. Ёпты-мопты. Что-то туда спускать мне уже перехотелось, что-то.